Привет, привет. Реанимировал немножко свою прическу влажной расческой. Сейчас немножко подсохнет. Так, слушайте, забрала очередную посылку на зону. Все-таки я этот сертификат свой нашла, что купить. Вот сейчас очередная часть. Здесь коллаген. Да, потому что вторая часть должна тяжелая быть. Потому что я там заказала муку, растительное масло. Ну, знаете, там у них, во-первых, ну, были варианты по адекватным ценам. Плюс, думаю, какая разница? Я все равно буду тратить на это деньги. Короче, заказала нужное. Вот, значит, напиток. Возвращаемся к нашим баранам. Коллаген плюс пептидез. Сухая смесь сухая для приготовления напитков. Коллаген плюс витамин С. Со вкусом малины. Открываем. Так чеснуть хочется. Волосы высохнут, а то, не знаете, выглядят как грязные. Но они так-то не чистые. Что делать? Баночка. В ней, смотрите, книжечка. Которую мы, конечно... А, не книжечка, ну просто вкладыш такой. Коллаген. Что он? Для чего он нужен? Коллаген – это каркас, строительный материал всех соединительных тканей в нашем организме. Организм сам вырабатывает коллаген, но с возрастом его синтез снижается. Поэтому для поддержания его уровня необходимо принимать коллагеновые добавки. Если вам понравился наш продукт, мы будем благодарны, если поделитесь отзывом о нашем товаре на площадке Marketplace, где вы совершили покупку. Хорошо. Что тут? Мерная ложечка внутри банки. Хорошо. Так, сразу выбрасываем. Вот такая вот банка. Открываем. Thank you. И вам thank you. Так, а что это? Отодрать надо? Или так просто останется? А, это чтобы удобнее открывать. Ну, короче. Запечатан. Ну что, распечатываем? Чего нет-то, да? Пахнет маленько. Мерная ложечка там. Сейчас мы ее извлечем. Короче, одна вот такая вот ложечка на. Тут на самом деле банка выглядит большой. Тут половина банки. Видите? Тут чуть больше половины банки на самом деле насыпано. 180 грамм. А сама банка, наверное, выглядит так внушительно, да? Ну, вот так вот где-то. Ну, что делать, девочки? Показываю, как есть. Так, сразу в мусорку. Что, давайте пить? Давайте пить. Стаканчик. Сюда же. Так, водичка. Он прям какой насыщенный. Я, знаете, сейчас вот так стакан держала и увидела, что у него скол.
То есть вот тут прям. Старые стаканы. У мамы моей еще был набор такой. Все, в принципе, он кстати, мгновенно растворился. Сразу убираем эти. И девочка какая-то написала. У вас такой порядок на столешницах? Конечно, у меня котики. Они к порядку очень быстро приучают. Знаешь, все, что положишь, можешь потом не найти. Поэтому минимум всего, что у меня стоит на столешнице, вот просто по минимуму. Остальное все в шкафчике прячу. Так, ладно. Пробуем. Он какой вкусненький. Вкусненький. В меру сладенький, но приятный. Пить приятно. Может, пропью курс коллагена и ногти перестанут крошиться. Они крошатся, но они очень хрупкие. Что? Нет. Не будет у меня сегодня хорошей прически. Так хотелось. Сейчас допьем. Надеюсь, сегодня все сложится, я пойду все-таки закончу на дела в палисаднике. Вкусненько. Не знаю насчет эффективности, но вкусненький. Цвет такой. Малиновый. Вкус малиновый, ну, отдаленный. Я раньше пила, покупала на iHerb в капсулах коллаген. Пару лет назад. Прочитала, что в порошке лучше усваивается. Не знаю, правда или нет. Мы посмотрим. Это как мы посмотрим? И как мы не посмотрим? Его ж надо долго принимать, чтобы эффект виден был. Только стакан, наверное, придется выкинуть, потому что скол такой опасный. У меня полно стаканов. Посуда вся от мамы. Практически вся, 95% посуды от мамы. Это только свои какие-то тарелки. Кружка, когда жила на съемной квартире. А так, все, допиваем. А, в конце была кислинка. Ну, как-то так, девочки. Все, пойду сейчас. Еще второй курьер должен сегодня приехать. Сюда, да, что он привезет, покажу вам. Ну что, приехала вторая часть сазона. Часть продуктовая. На самом деле будет еще две части. Но одна 22, вторая 21. Ну, короче. Что у нас тут? Маслечко. Рафинированное, подсолнечное. Хайбубе. Как говорится, вещь важная и нужная. Вот такая вот мука. 70 рублей 2 килограмма. И вот такая вот мука для куличей взяла. Она 52 рубля. Но она тут, видите, 500 грамм. Декор, единорожки. Почему нет?
Ну, тут, видите, там какие-то единороги, что-то еще разноцветное. Единорогов, конечно, мало. Сейчас откроем. Все равно открывать. Вот так вот. Видите, всяко разно. Я думаю, что единорожки будут синие, а единорожки тут белые. Ну, смесь называется единорожки. Ну, ладно. Тоже будет весьма оригинально смотреться на Пасхе. Такой вот наборчик. 49 рублей он стоит. Давайте я его сейчас сразу... закрою. Так, и ванильный сахар. Тут 40 грамм. По-моему, тоже 40 рублей. Как-то так. Все. Это очередная часть. Складываю. А куда я тут сейчас сложила? Пока. Так, кое-как. Сложим. Ну и пакетос. Боже, тут... Динозавр ест чернику. Ну, что вам сказать? Забавно. Все, пакетик тоже пригодится. Все, девочки, мальчики. Вот такие сегодня... покупки сезона. Потом остальные уже, когда будут приезжать, во влогах покажу. Ну что же, знаете, отдельный канал завести. Что купила? Ладно, шучу, конечно. Все. Всем хорошего дня.